Всем добрый день! Вы на канале вязания от Ангелины Азимок. Сегодня предлагаю вашему вниманию манишку. На улице наступают уже такие холодные денечки и хочется утеплиться. Чем хороша манишка? Ее можно вязать на любой размер и никаких расчетов делать не нужно. Почему? Самый первый начальный ряд, он у нас вот он. Мы набираем таким способом, я его буду показывать, чтобы тянулось хорошо. Мы набираем по объему головы вашей или вашего ребенка. Вы набираете столько, чтобы хорошо проходило, не впритык, а хорошо, потому что резиночка потом, видите, подужимается и слишком узкую делать не надо. Вот, набрали первый ряд и начинаем вязание горловины. И только потом, когда вы связали горловину на себя, на ребенка, на неважно на какой возраст, вы сделаете расчет. Я покажу, как это сделать для распределения на 4 части. И все. Это единственное, что нужно сделать, поделить на 4 части. Как это делается, я вам тоже покажу и расскажу. Давайте смотреть и вязать. У меня вот такие замечательные ниточки зимнего порядка. Почему? Потому что 218 метров 100 грамм, шерсть 70% и акрил. Но шерсть в этих ниточках, чем мне нравится, вот, Аделия, да, фирма, чем мне нравится, а здесь шерсть очень мягкая. То есть у меня на шерсть аллергия, а вот на эту шерсть, которая вот такая мягенькая, у меня аллергии нет. Я связала шапочку. И теперь я хочу связать манишку на высоком воротничке. Потому что когда часто, да, бывает, что нужно обязательно связать что-нибудь такое тепленькое, и чтобы шея была закрыта. Мы набираем 3 воздушные петли и делаем набор, тот, который мы с вами уже делали. Одну петлю провязываем, еще раз набираем и провязываем. И опять последнюю вот эту петельку мы провязываем отдельно. То есть мы делаем эластичный набор, а потом провязываем 2 и 2. И опять самую первую петельку провязываем одну, потом 2 и 2 петельки. И вот таким образом можно набрать такой эластичный край, который будет хорошо тянуться. Мы с вами набираем по окружности головы, чтобы наша голова, чтобы наша манишка хорошо проходила через голову. Не знаю, сколько сантиметров. Никогда не измеряю и вам не советую, потому что толщина ниток у всех разная. И в сантиметрах мерить ничего не нужно. Вот. Вяжем, вот так растягиваем. Прям хорошо она будет тянуться, эта резиночка. Хорошо-хорошо растягиваем. И измеряем по объему головы. По объему вашей головы. И потом начинаем вязать резинку. Рельефную я буду вязать, рельефную резинку, лицевой и изнаночный столбик. Резинка будет высокая, то есть она должна у нас на все наше горлышко все закрывать, прикрывать. Вот, вяжем вот таком плане. Наборный ряд, он упругий и он очень хорошо тянется. Набрали количество петель, померили свою голову, чтобы хорошо проходило, да? Вот. Теперь, конечно, все нужно выровнять, найти самые наши первые столбики, соединить и начать вязать резиночку. Резиночку будем вязать высокую, то есть на всю шею, чтобы вот у нас остаток ниточки мы сюда привяжем, и уже будет все хорошо. Я всегда начинаю вязание с рельефного лицевого столбика. Смотрите, вытягиваю петли и со сам столбик, еще разочек, за сам столбик я так соскальзывает нитка у меня. Вяжу лицевой, изнаночный. Лицевой. Вяжем длинный наш воротничок.
чтобы можно было в два раза. То есть вот у нас получается лицевой и изнаночный. Вот. На высокую длину или высоту. Здесь вот мы узелочек завяжем, чтобы у нас здесь все было ровненько. И вяжем на высоту примерно, да, примерно, девочки, сантиметров 20, наверное, вот. Чтобы потом можно было перегнуть, и у нас был хороший, теплый воротник. Провязала я вот такой воротничок. Причем, обратите внимание, ну, он хорошо тянется, резинка всегда хорошо тянется, хотя кажется, что она сужена. Вот, то есть мы ее будем вот таким образом складывать и носить. Провязали резинку. Теперь что делаем? Я распределила, каким образом, вот, у всех, у каждого из нас будет разное количество петель. У меня получилось вот так вот. Я 10 столбиков оставила на плечо, впереди 16 и сзади 16. Если у вас нечетное количество, оставляем, пускай там на один столбик впереди, на груди больше, все остальное делим. То есть вам нужно поделить на 4 части, примерно на 4 части, чтобы рукава у нас в любом случае должны быть одинаковые, а спинка и перед, перед будет у нас по-разному. Мы начинаем увязывание реглана. Реглан у нас будет вязаться очень просто, смотрите. Это у нас столбик с накидом. Еще один. Две воздушные петли. То есть на линии реглана, а она у меня в счет не входит, это как бы 11 столбик будет, если это будет, допустим, вот, вот это у меня будет плечо. И 10 столбиков мы вяжем просто-напросто столбики с одним накидом. То есть резинка у нас такая будет уплотненная. Вот. Сама основа манишки у нас будет очень простая. Будет просто столбики с одним накидом. Я провязываю 10 столбиков. То есть вам нужно рассчитать, поделить ворот на 4 части. Можно на одинаковые, если вам так проще, можно. И там, где маркер, это у меня 11 столбик, я его убираю. И на этом месте мы вяжем с вами реглан. Что такое реглан? Это то место, которое будет у нас постоянно расширяться. 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика. Вот. Дальше вяжем столбики, 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 столбики. Там, где маркер, веерок. Опять столбики, столбики, столбики. Там, где маркер, веерок. То есть задача после того, как вы связали воротник, поделить на 4 части свое вязание. 2 части поменьше, 2 части побольше. Довязали все наши столбики. Вот наш веерочек, самый первый. Мы к нему присоединяемся в третью воздушную петлю подъема. Еще разочек. Переходим переходными столбиками под арочку из воздушных петель и вяжем 1, 2, 3, 2 воздушные петельки, 2 столбика. То есть в этом месте мы будем всегда вязать веерок. И за счет того, что вот наш веерок, вот 2 столбика первого ряда, присоединяем к узору, то есть к столбикам, за счет этого у нас идет реглан. Прирост регланной линии, да? То есть мы вяжем, вот еще 2 столбика прибавляем, веерочек связали, прибавили. Смотрите, у нас было 10 столбиков, в этом ряду у нас уже будет 14, потому что мы прибавили с одной стороны 2 столбика, в самом начале вот они 2, и прибавим еще с другой стороны. Таким образом, я предлагаю связать рядочков 10. Может быть, кто-то захочет рядочков 20 связать. Надо примерять, смотреть. И вот опять, смотрите, вот у нас 2 столбика с веера. Вот наши 10 уже закончились. Но мы прибавляем еще. Вовлекаем в узор 10 столбиков и плюс 2. И в саму арочку вяжем 1 столбик,
2 столбика, 2 воздушные петельки и еще 2 столбика. И вот за счет этого у нас идет прирост нашей манишки. То есть она в каждом ряду будет увеличиваться вот на 4 столбика, каждая сторона. И будет идти хорошее расширение. Вот у нас будет идти рукавчик такой. Перед спинка. Таких кругов вяжем. Я хочу связать по крайней мере 10. Как получится, посмотрим, да? Получается, смотрите, вот такая красота. Вот я подогнула. Вяжем настолько, насколько вам это нужно по длине. Больше, меньше, детский размер или взрослый. Расчетов, что мне нравится, здесь совсем не нужно делать. Измерили окружность головы, детской или взрослой. Связали воротничок на ту высоту, которая вам необходима. Потом распределили все вязание на 4 части. Вот как мы с вами проговаривали, на 4 части. Не обязательно, не смотрите на эти цифры. Они вам не нужны, у вас будут другие цифры. На 4 части поделили. 2 равные части на рукава, на плечи. И 2 равные части на перед и на спинку. Все. И потом вывязываем вот эти регланы. Реглан у нас вяжется, смотрите, хотела еще раз показать вам. Вот у нас идет реглан. Веерочек, 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика. И вот хотела еще показать, как мы до него доходим и как мы его провязываем. Еще разочек. Вот у нас 2 столбика, это у нас веерочек прошлого ряда. Мы просто-напросто идем и вяжем по ходу вязания, ничего не меняя. Просто вовлекаем в узор регланные веерочки. И когда мы уже их связали, воздушную арочку, мы опять вяжем веерок, столбик с накидом. Столбик с накидом, 2 воздушные петли и еще 2 столбика. 1 и 2. Вот, провязали, и потом опять вот они у нас веерочек, наш идет наши столбики, и мы вовлекаем в узор, и получается, что у нас идет узор целиком. Вот, нигде ничего. Да, не видно, не нужно считать, не нужно никаких расчетов делать. Нужно только поделить на 4 части наш воротничок и в 4 углах все время вязать. Можно поставить маркер и вязать все время вот такой вот веерочек. И все. И за счет того, что мы в каждом веере провязываем по 2 столбика, 2 воздушные петли, у нас идет очень хорошее расширение. Вот, если взять такие толстые ниточки, как у меня, 200 метров, 100 грамм, они будут тепло смотреться, вернее, они будут красиво смотреться и держать тепло. Шерсть с акрилом сделать мягенько, чтобы ничего не кололось. Можно подшить флис внутрь. Вот. Ну и в любом случае вы будете одевать на какую-то кофточку. Может быть, на какую-то тонкую водолазку. И будет тепло и красиво. Если связать манишку в цвет шапочки, сделать комплект, то будет очень красиво. Вот такие мы с вами вяжем столбики. Хотела довязать, показать, как я соединяю. Быстренько довяжем. Как я соединяю. И начинаю вязание еще разочек. Да, посмотрим. Манишка очень простая для любого начинающего, для любой вязальщицы подойдет. Столбики с одним накидом вязать умеют все. А расход у меня получился 100 грамм. 100 грамм вполне хватает на хороший, широкий, большой воротничок. Его можно в сложном состоянии носить. А если будут ветра какие-то, да, можно расправить и уже под курткой, под пуховиком носить. Сейчас я довязываю и хотела показать, как до самого конца у меня получается. Вот у нас тут еще 2 столбика, они такие у нас. Вот еще один столбик. Вот. Довязываем его. И раз, два, три, третья петля подъема.
соединили, вот. И вот такое вязание у нас получается. Дальше, еще разочек напомню, если нужно продолжить ряд, мы вот такими столбиками переходим и вяжем опять 3 воздушные петли подъема, наш веерочек, да, столбик, 2 воздушные петли, столбик, столбик, и продолжаем вязание вот, вот таким образом. Но я вязание вязать больше не буду, я хочу уже закончить. Вот на этом варианте, на этом месте у меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядов. Вот мне для моих целей размер достаточно хороший, больше я вязать не буду. Если нужно, значит, каждый, да, вяжет для себя сам, больше, меньше. В сложном состоянии это будет выглядеть вот таким образом. Вот, то есть плечи прикрыты, основа шеи прикрыта, потому что она у нас обычно в воротнике куртки выглядывает, спинка прикрыта, все прекрасно, здорово, к зиме мы готовы. Можно еще надвязать, это уже дело каждого, да? Вот, и получится такая красота. Расширение, смотрите, оно идет хорошее. Кажется, что узковато, за счет нашей резинки она стягивается, и на шее будет хорошо смотреться. Предлагаю на зиму утеплиться и связать такую красоту. Всем приятного просмотра, до новых встреч. Спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Для меня это очень важно.